За кафедрой губернатор Ивановской области в зале Политехнического университета студенты вузов. С такой необычной лекцией от первого лица региона для учащихся стартовал новый учебный год. Павел Коньков начал с истории губернии и процесса формирования высших учебных заведений. В 1918 году было принято решение о переводе в Ивановскую область, в Иваново, Рижского политеха. Это был заслуженный, серьезный вуз. И фактически один из 9 университетов, которые вообще были тогда на территории Российской империи. Аудиторию губернатор призвал к интерактиву. Формат лекции решил немного модифицировать в диалоговый, как на семинаре, чем сразу расположил к себе молодежную аудиторию. Губернатор рассказывает нам о будущем, что нас ждет в образовании. Говорит то, что мы надежда вообще всего просто. В целом интересно и для себя какие-то знания усвоить. И вообще то, что такой человек говорит, ну, его мнение немаловажное. Но это проходит не в качестве монолога, то есть он даже сам сказал то, что это в качестве диалога, и то есть он, ну, обращается в аудиторию, то есть не сам просто прочитал по лекции, а вот монологический характер имеет лекция. В своей речи губернатор призвал молодежь быть амбициозной и серьезно подходить к учебе. Отметил, что за юными умами будущее. В пример студентам привел карьерные успехи Марка Цукерберга, создавшего Facebook в 21 год. Как никогда сейчас мы должны быть едины с нашим президентом в идее сохранения страны путем укрепления ее обороноспособности. И в этом ставка сделана на вас, молодое поколение, и от правильности вашего выбора без привлечения зависит будущее нашей страны. 1 сентября этого года за парты только в нашем регионе сели 200 тысяч человек. И если каждый из них будет задумываться о будущем страны и делать шаг для того, чтобы сделать жизнь лучше, отметил губернатор, Россию ждут только великие свершения. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.